Приветище, это Бикини Боттом, и мы продолжаем наше путешествие за Сэнди. В прошлой серии краб-качок попросил поменять ему антенну, вот эту вот антенну. Вроде бы как мы ее поменяли, и теперь нужно возвращаться обратно. Но как это сделать? Я думаю, что вот так. Прыгаем сюда, и отсюда вон туда. Но других идей у меня вообще нету. Оп-оп-оп-оп, есть? Есть попадание? Ай, шикарно. Ай да белка, ай да красавица, слава богу. Паркур еще никто не отменял, а вот это вообще не кстати. Как мне отсюда вылезти теперь? Давай, Сэнди, паркурь, пожалуйста, зацепись за что-нибудь. Есть, красава, вообще. Обожаю эту белку. Вот он наш краб-качок. Ну чё, я вот все сделал. О, спасибо, наконец-то смогу пересмотреть повтор игры рыболов. Ну и шикарно, смотри свою игру рыболов. А это что у тебя тут, туалетная бумага? Ты что, тут серил на крыше, что ли? Ладно, это не наше дело, сматываемся отсюда. Хотя нет, подожди. Тут есть еще вот такая вот штучка. Нажать я ее, к сожалению, не могу. А, зато тут есть телефон. Шикарно. Сейчас вызовем Спанч Боба. Спанч Боб, ты нам нужен? Ю-ху! Спанч Боб снова в деле. Пойдем нажмем на эту кнопочку, посмотрим, что же будет. Опа! Ага. И куда это? Ух ты ж, нифига себе. Сейчас я вот это соберу. Блин, наверное, зря я это сделал. Я обратно не допрыгну, хотя... Воу-воу! Вот это комбо. Вот это я, да красавица. Все, я думаю, что можно отсюда уже валить. Ага, мы снова вернулись в город. А это означает, что нужно вернуться к миссис Пафф и отдать ей все рули. Жалко, конечно, что я белку обратно не... Хотя, чё, вон телефон есть, я сейчас на белке... С лассо. Просто препарирую через вот эти вот все ограждения. И мне ничего не страшно. Миссис Пафф, ваши рули доставлены в целости и сохранности. Ну надо же, Сэнди Чикс. Как делишки, миссис Пафф? В смысле, а рули-то прими? Рули. Походу, за Сэнди не прокатило. Где телефонная будка? Нужен Спанч Боб. Срочняк. Хотя, погоди, смотри, сколько там идолов. Надо их все бомбануть. Пойдем это сделаем. Ух ты. Но тут еще и пушка есть, что очень опасно. Но у нас-то Сэнди. Вот так вот. Сколько тут кнопок, смотри-ка. По-любому Спанч Боб понадобится. Обожаю взрывать все эти бомбезные идолы. Вызываем снова Спанч Боба. И вновь бежим к миссис Пафф. Миссис Пафф, я вернулся. Спанч Боб. Губка Боб, ты меня просто изумляешь. Как тебе удалось их найти? Ну, там были роботы, я встретил Сэнди, а маяк... Ладно, ладно, зря я спросила. Держи, вот золотая лопатка, которую я тебе обещала. Спасибо, миссис Пафф. Теперь я помогу вам эвакуироваться. Но, Губка Боб, у тебя ведь нет прав. Правда нет? Да, правда нет. Если у меня их нет, то что это такое? О, нифига себе, у меня права реально есть. Ты посмотри, какая на них фоточка. Читательский билет. Ой. Я расстроен. Я думал, что у меня есть права. Капец. Но зато у меня есть золотая лопатка. Это очень шикарно. Все. Здесь мы всем помогли, всех спасли. Наверное. Миссис Пафф за это поручилась. А сейчас мы пойдем, понажимаем вот на эти кнопочки. Очень веселенькие кнопочки. Надеюсь, они что-нибудь ценное нам дадут. Ой-ой-ой. На нас еще пушечка метится. Так. До нее, к сожалению, добраться не могу и бомбануть ее, потому что там есть пунктирная линия. А если я зайду за пунктирную линию, ты знаешь, что будет. В прошлой серии со мной это произошло. О! Так вот, как ее нужно было бомбануть. Придется немножечко попаркурить. Я надеюсь, у меня это получится. И да! 15 золотых лопаток. Теперь скорее вызываем такси и возвращаемся домой. Юху, Патрик, у меня есть для тебя шикарнейшая новость. Я нашел тебе 10 носочков. Сейчас мы с тобой совершим обмен. Ого, Губка Боб, ты их нашел. Они вернулись домой, где им и место. Вот твоя золотая сапатка. Лопатка. Я так и сказал. Спасибо за сапатку. Теперь у меня их 16.
А теперь куда пойдем? Я даже не знаю. Вот тут 10 лопаток. Тут у нас 15 лопаток. В принципе, я тоже туда могу сходить. И вроде бы как еще. Ну что, погнали тогда вначале в 10 лопаток, а потом в 15 лопаток. Липкая лагуна, залитый солнцем слизистый пляж на дне морском. Но в этом раю неспокойно. Ух ты, нифига себе, прикольно. Я на пляж приехал. Сейчас затусим здесь. Конечно же, тут роботы, как и полагается. Они же захватили весь бикини-боттом, правильно? Давай почитаем, что это написано. Так, вы можете использовать пузырчатый прыжок, чтобы двигать предметы. Ага, встаньте под платформой и нажмите... А, я это понял. Будут они нас тут еще учить. Короче, берем, делаем вот так. И все, губку Боба никто не остановит. О-о-о. Подрываем здесь. Идолы. Соберем все. Все блестяшечки. Все будет мое. О, здорово, чебурек. Контрольная точечка. Смотри, там на зонтике летит робот. Что же он сделает с этим бедолагой? Ой-ой-ой. У него тетрис в руках какой-то. Ой, божечки. Он умеет управлять погодой? Прикинь, в океан, точнее, вниз океана, точнее, на дно океана спустилась... Вот такая вот гроза и бомбанула чувака. Жесть! Этот робот называется Муссоном. Опасайтесь его атак электричеством. Окейшки, сейчас разберемся. Мне, думаю, нужно встать под ним. Опа! Ну и все. Был масон и нет масона. Масон усон. Масон ушел. Хотя сказать... Наши труганные квадратники наконец-то... А, у меня все фул. Губка Боб, я сильно обгорел. Выглядишь немного красноватым. Вот ведь усаного. Это все этот чертов робот. Робот? Ага, огромный робот украл у всех солнцезащитный крем. О, нет. Все сгорят. А потом начнут чесаться и шелушиться. Именно. Без солнцезащитного крема нельзя валяться на пляже весь день. Солнце слишком уж парит. Робот где-то на острове. Никто не может до него добраться. Губка Боб, может тебе удастся использовать отражатели и направить на робота солнечные лучи? Если нажмешь кнопку сбоку на вышках спасателей, включатся отражатели. Соедини все вышки, и свет попадет прямо на большой отражатель на острове. Тогда тебе останется просто доплыть до острова и направить большой отражатель на робота. Я останусь здесь и защищу крошек. Но я не умею плавать. Это подстава. Ну ладно, я думаю, что мы решим этот вопрос. HP-BSB. Контрольная точечка здесь. Конечно, мне бы здесь помогла Сэнди, очень помогла. Так, первую кнопку мы нажали, хотя она что-то не нажимает, слушай. Непонятно. Походу, не с этой кнопки надо нажимать. О, подожди, телефон есть? Дай-ка позвоним. Патрик, это ты? Патрик приехал! О, да! О, да! Но Патрик нам здесь не поможет ничем. Ладно, обратно в губку Боба давай. Ну, погнали нажимать на кнопочки. Вначале разберемся вот... Ой, я забыл, что на этих... Прыгать надо сверху. Вот так вот, разобрались. С этими тоже разобрались. И с этими тоже разобрались. Со всеми разобрались. Картонная коробочка для телепорта. Отлично. Ну-ка, здесь кнопочки нажмутся? Не, нифига. Нифига. Чё он там говорил-то, блин? Вначале надо активировать... Точно! Нам же нужно вначале включить отражатель. Думаю, с этой задачей справится Патрик. О, да. Он-то точно справится. У Патрика нет невыполнимых миссий. Ну шо? Бамбалейла! Еее! Как зонтик раскрутился. Вначале нужно добраться до вышки, да, значит, вышка, а где вышка? Вышка на вышке. Опа, опа, сколько роботов, смотри. Производитель роботов, надо его бомбануть. Получай. А вот, кстати, отражатель. Я его запалил. И что мне нужно с ним сделать? Его нужно повернуть, нет? Странно. Очень странно. А, вот, смотри. Берем, значит, арбуз. Ну, я хотел его взять. Берем арбуз, кидаем сюда. И что? Ух ты. Ух ты, нифига себе. Ничего себе. Быстрее. Я успел. Включаем здесь. Чего, брат? Жди! Черт подери, не успел. Ну что, попыточка номер два. Вначале тут. Прыгаем по этим замечательным полотенчикам. Теперь здесь. Сейчас полотенчика начнет улетать, а мы сюда. Хопа.
14-15 секунд нам дали на то, чтобы преодолеть вот это вот все паркурное действие. Летающие полотенца. Ну где это видно? Да блин, как быстро-то? Чё так быстро-то? Я не успеваю. 2-1, я сейчас упаду. Чёрт. Короче, попыточка номер 3. Я понял, будем действовать как Джеймс Бонд. Очень быстро и очень агрессивно. По два полотенчика я должен перепрыгивать. Вот, вот так вот надо было делать. А я что-то застеснялся. Так, преодолели. А тут у нас что будет? Давай посмотрим. О, вот это вертушечки. Вот это я понимаю. Вот это сказочно. Сейчас могу упасть. А у меня же двойной прыжок есть. Чё я туплю? Чё я туплю? Хоба! С первого раза. Видал? Просто монстр. Преодоление препятствий. Допрыгнул. Вот эта крутилка-вертелка меня не напугает, но что-то как-то я слишком... Чёрт, она далеко была! Воу-воу-воу-воу! Братва, спокуха! Я просто упал случайно. Фух, ну это было вообще близко. Последнее полотенечко. Эх, здорово, пацан. Я могу прыгать на его пузе, забавно. Ну что, попыточка номер 5. Мы знаем, что последнее полотенечко, оно коварное. Надо быть очень быстрым и шустрым. Опа! Видал, как я могу? Блин. Но от вертушечного этого полотенца прыгать куда-либо, это просто смертельный номер. И да, получилось, я допрыгнул. И допрыгнул я до носочка? Серьезно? Все это было ради носочка? Капец. О, божечки, еще носок. Ладненько, пришло время вызывать Спанч Боба. Все. Спанч Боб, твое время настало, погнали. Сейчас будем настраивать отражатель. Я понял, что нужно делать. Значит, взрываем вот эту вот и дальщину. Давай, подрывайся. Ништяк. Короче, вот он мне отражатель. Прыгаем сюда. Не так. Прыгаем сюда. Вот, отражатели повернулись. Вроде бы как грамотно повернуться должны. Короче, этот луч теперь попадает вон туда. Бежим, значит, туда и перенастраиваем этот луч на ближайшую вышку. Это либо та, либо вот эта. О, головняк. Ладно, попробуем. Что мы сделали? Куда настроили? Мимо! Мимо, мимо, мимо. На другую сторону, давай сюда. Кажется, как раз. Да, отлично. Теперь вот эту вышку мы настраиваем, знаешь куда. Наверное, с этой стороны нам лучше. Ну-ка, посмотрим. Блин, нет. Хотя не получилось, смотри-ка. Вот сюда. Дальше туда, вон эту вышечку, которая справа у нас. Сейчас повернем. Поворачиваем здесь. Получилось? Кажется, получилось. Шикарно. Все пошло как по маслу. Ай, прикинь, утопился. Здесь лишь была. Ужас какой. Поворачиваем еще одну вышечку. Смотрим, куда она направится теперь. Мимо. Не туда нам надо было. Нам нужно сюда. Давай, поворачивай. Вон в ту вышку. Теперь нужно добраться туда. До дальней. Как это сделать? Придется попрыгать, боюсь. Миссис Пав, здрасте. Только не это. Шарики переполнены, и дети не могут ими управлять. Даже не знаю, миссис Пав. Похоже, им очень даже весело. Да, на мой вкус, слишком уж весело. Ты можешь спасти детей, сбив пузырчатым прыжком каждых из шаров. Сбей пузырчатым прыжком все шары, а потом возвращайся за наградой. Вас понял, миссис Пав. А, миссис Пав, если ты что-нибудь придумаешь. Им же реально весело, смотри, они... Нет, они несчастливы. Один готов. Ой, ё-моё, они по всему пляжу летают. Жесть! Вот вы разлетелись, так разлетелись, ребята. Как мне отсюда... Я отсюда ж не достану. На, надо ловить. А! Робот сраный. Сейчас будем ловить ребёночка. Где ты, малец? Ой-ой-ой, как полетел. Я думаю, что я тут его словлю сейчас. Сейчас тебя словлю. О, как качаюсь. Момент настал. Есть, готов. 5 детей надо спасти. Ух, миссия невыполнимая, говорил. Так вот, она выполнима. Повернуть надо эту штуку. Ребеночек, я прыгаю за тобой и не допрыгнул. Короче, тут роботы меня достали. Давай сперва мы разберемся с роботами, чтобы они не появлялись. Надо уничтожить их машину. Вот она стоит. Эта штука. О, молнию кто-то пустил. Опасно. Ай-яй-яй, бежим. А ты получай. Ой, две молнии. Ё-моё, сколько много-то. Как он бомбануть-то? Получай. Есть контакт.
Ребенок возвращается. Вот здесь я тебя смогу сбить? Да, есть, наконец-то. Кавабунга. Получилось, все получилось. Сколько там детей-то еще нужно найти? Осталось, значит, два ребенка. Где их искать-то? Детишечки, вы где? Вон там, он прямо над водой летает. О, носочки, шикарно, освежимся. Вон он летает раз, и вон там он два. Дылда летает на шарики. Ну чё, погнали спасать их. И здесь вот у нас начинается старт. Я могу даже кому-то позвонить. Патрика, что ли, вызвать? Ну ладно, Патрик, твое время. Оу, да, помчали. Сейчас всех пощем. Сеточка это нам нужна? Нет, не нужна. Я думал сетку натянуть, как рогатку. Подрываем вот это вот существо. Я знаю, как его бомбануть. Вот я вот, да! Прыжок пузом! Прыжок пупком. А что это за дракончик такой мудрый? Время падника спасать детишек! Интересно, получится у меня это или нет? Нет, не получится. Надо Спанч Боба обратно вернуть. Эй! Иди сюда! Хватит уже летать! И последний чувачок остался. А, я утонул. Капец. Вон он, последний чувачок летает. А, нет, это роботы. А где же чувачок? Я его видел. А, вон он где. Все, погнали. Зря я тогда возвращался обратно. Ух, тут надо быть очень метким, чтобы попасть туда, куда надо. Опачки. Все пошло по плану. Я не буду плакать на техно. Чувачок, пожалуйста. Пожалуйста, не прыгай. Не прыгай туда. Мама меня. Это будет жестко. Качающаяся пень. Я тебя собью. Есть! И утопился. Ну зато спас ребенка. Причем всех детей спас. Я думаю, что Спанч Боб нам больше не понадобится, поэтому Патрик, приезжай к нам. Пойдем. Я там видел где-то этого Бамблби, или как он там, не Бамблби, а пузырчатый чувачок, забыл, как его зовут. Опа! Сейчас через дракош будем прыгать. Чувак, ты мне нужен? Ух, сейчас будет плотненько. Успели. Вон он, пузырчатый чувак. Пойдем поболтаем с ним. Бабл Бадди, точно. А, ты кто такой? Морская звезда, а ты? Я плод фантазии Губки Боба. Похоже на правду. То есть нам здесь нужен Спанч Боб все-таки, да? Ладно, подрываем вот этих идолов. Нажимаем на кнопочку. И что у нас здесь? О, какие дракоши. Мы их, кстати, уже видели, но... Потоп, мы топимся. Ё-моё, надо быстрее тут все преодолевать. У-ху-ху-ху. Нет, это было слишком быстро. Да. Бежим, скорее, пока вода не наполнила тут все. Точнее, слизь, а не вода. Капец, какое тут расстояние. До тебя допрыгну, дядька. Допрыгну. Все уже, я почти свои... Звездатые ножички, пяточки намочил. Блин, я не успеваю. Ой, еще и робот. Ой, они падают. Пошел вон. Еще раз. Патрик, не до тебя сейчас. Так, зачем вот эта штука? Давай кинем на всякий пожарный. Типа остановим время или что? Не прокатил. А, не прокатил, смотри-ка. Заледенело все. Там носки, я вижу носки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но. Спокуха. Запрыгиваем сюда. Вот сюда запрыгиваем. Погнали еще разок. Вода ушла. Почему-то она ушла, смотри-ка. Я вернулся, дракоша. Я тебя сделаю. Вот так вот. Все, мы сделали дракошу, запрыгнули куда надо. Подрываем производителя роботов. Чекапоинт. Че дальше куда? А дальше нам, наверное, вот сюда, наверх. Как? А как туда наверх? Подожди. Что-то я не понял. Вот так вот. Там пушечки опасные. Ну хорошо. Не-не-не, назад. Теперь есть возможность. Шикарно. Пошел вон. Попковый Патрик всех помбанет. Давай скорее, Патрик. Давай. Пока пушка не повернулась. Вот так. Теперь суды. Получай. Вот этих я, наверное, не бомбану. Хотя бомбану. Май труканы. А, нет, это Спанч Боба. Перепутал мальца. Такие я точно не одену. На тебе. Пушка, не стреляй. О, вот где увернулся. Бах. Была пушка, нет. Какая золотая лопатка.
Крутяк. А вот это что такое? Это я могу куда-то... О, круто. Может, наверху что есть? Да не, вроде ничего нет. Подожди, давай еще раз. Не, нифига. Выше я не прыгаю. Наверху ничего нет. Золотая лопатка. О, божечки, о, божечки, о, божечки. У нас сколько там лопаточек-то уже? Давай посмотрим. 17, обалдеть. Как их много. Так, подрываем, значит, идола вот этого. Дайте бамбулейна. Бах-бах-бах. Красота. И чё, и куда это мы сейчас попадем с тобой? Куда это мы сейчас зайдем? Гэри! Hey, Gary. Привет, Гэри! Я бегу к тебе. Скорее всего, тут нам нужен Спанч Боб, раз телефон стоит. Откроем коробочку. Гэри, привет. Hello, Gary. Привет, Гэри. Что новенького? Ага, как обычно. Да что ты говоришь? Сквидвард купил новый свитер? Он такой чудак. А в конце этой пещеры меня ждет золотая лопатка. Вот это да. Ну пойдем, заберем ее. Че бы нет. Тут, в принципе, пока все легко. Хотя я бы не сказал. А вроде бы и легко. Смотрелось сложненько, а получилось легко. Нажимаем кнопку. Ё-моё, как все падает. Надо подорвать идолы. Вот так вот попрыгаем по ним. Прикольно, придумал. Ай, все-таки бомбануло по жопе меня немножечко. Так, потоп? Нет, не потоп. Сейчас повернем. Оп. И бежим сюда, в эту сторону. Смотрите, сколько там идолов подрывных. Снова эта рыба-колючка. Сейчас мы управимся со всем. Опа. Где эта рыба-колючка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Двойной прыжок не сработал. Как она? Откуда она там валится? Падает. Чёртова рыба. Ладно, попытка номер два. Сейчас я все осилю, все смогу. Хопа. Быстрее сюда. Теперь сюда. Фух. Было близко. Я думал, что все. Запрыгнули, нажали кнопку. Ой, ой, как тут все качается. Роботы, ловите мой сачок. Бах. Круто, ты видел? От моего удара робот улетел в другого робота, и они бомбанулись. Ладно, пошли дальше. Хватит тут. О, я думал, сейчас упаду. Ручки меня все-таки удержали. Чекапоинт. Прыгаем сюда. Бабах. Ой, не получилось. Не получилось своей квадратной попой сесть на этого робота. Я призываю вас, глыбы. Ой, вода, смотри, поднимается. Это не очень хорошо. Ладно, погнали. А чё, всё, я здесь круг навернул, типа всё? Чё-то как-то непонятно, непонятно. Я думаю, что нам вот эту штуку нужно перевернуть. Вот так вот сделать. Оп. Потому что в ту сторону мы ходили, теперь в эту сторону нужно пойти. На этот островок небольшой. Здрасте, ребят. Как ваш? Ничего. Бам. Не успели даже ничего сделать. Жмем кнопочку. И что? А, сюда. Золотая лопатка. Бежим. Скорей к ней. Шпири, шпири, шпири. Йоху, золотая лопатка. Подрываем идолов. Смотри-ка, тут можно взять лед. Но на кой черт у меня? И без Патрика мне не управиться. Ладно, погнали. Так, я уже совсем забыл. О, ярмарка? Мы на ярмарку вышли. Обалдеть. Круто. Мистер Крабс, привет. Губка Боб, помоги мне найти Патрика. У меня для него задание. Ну хорошо, сейчас вызвоним. Патрик, тебя мистер Крабс хочет. Иди поболтай. Прости, юнга, но парк развлечений закрыт. В смысле, ты ему хотел вот это сказать? Наглый робот отнял у меня билетный киоск. И что еще хуже, мои денежки. Если поможешь мне разобраться с мерзким роботом, я тебе щедро вознагражу. Товарищ БСБ, мистер Крабс. Сейчас мы тут всех пупком накажем. Вот так вот. Робот сделал бум. Сколько же их мне нужно носить с собой? Это ты про труханы сказал опять, да, Патрик? Киоск отдал? Быстро! Блин, как его оттуда вытащить?
А если сверху? Нет, не так. А если в него кинуть, например, арбуз? Давай, возьмем. Бабах! Кажется, киоска теперь вообще нет, который продает билеты. Ой, что-то я вообще плохое натворил. Колесо обозрения было, да и утопилось. Ладно, пойдем покатаемся. А, ну, кстати, работает еще. Прикол. Подрываем, значит, производителя роботов. Также идолов. Ну чё, поехали кататься на колесе обозрения или, может быть, вниз спустимся так? По обыкновению. На свиньи двух. Бах! Бабарах. Ооо. Типа выиграй билет. Да попробуем. Итак, 30 секунд нам даются для чего? Чё я должен? А-а-а! Бах-бабах-бах, бра-бра-бах. Я должен всех как подрывать, что ли? И тогда я выиграю билет? Хе-хе, забавно. Носок! Я выиграл носок! Ууу, мой носомба! Ооо, смотри, золотая лопатка! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Надо туда спуститься. Ой, какая ты накрашенная, стрёмная. Они накрашены еще, наверное, стрёмнее. Ладно, пойдем в чашечки. Чашечки! Без билетника пропустили. Без билет прошел. О, чашки меня, короче, бомбят. Ничего себе. Вот, смотри, в чашечке посидим. Патрик счастлив. Так, хорошо, нам сюда. Теперь сюда. А, больно. А теперь вот сюда. Все. Преодолели препятствия с чашками. Здорово, ребят. Бах, бах. И тебе вот так вот еще. Паренек, здесь очень опасно. Шуруйки домой. Ух ты, смотри, какой там аттракцион безбашенный. Просто чума. Просто чума. Давай нажмем, почитаем, что тут написано. Губки Бобу нужно выучить прием пузырчатый боулинг, чтобы играть в игру Скибл. Но у меня нет пузырчатого боулинга, блин. Ну ладно, потом как-нибудь вернемся сюда. А как вам ту золотую лопатку-то достать, а? Я думаю, это будет под финалочку. Воу-воу-воу-воу-воу, не упасть бы мне в море. Каток! Смотри, каток! Нифига себе. Давай сейчас возьмем арбуз. Ой-ой-ой-ой, ребята, а ну отошли. Бах! Да, смотри, как я катаюсь. Ой, только не в воду, пожалуйста, только не в воду. Только не туда. Залетим, залетим туда. Но я подорвал, тем не менее, но пожертвовал своей жизнью. Ой, смотри, там теперь носок появился за то, что я уничтожил производителя роботов. Пойдем его соберем быстренько. Эта вода на вид очень холодная. Мой носочек. Смотри, как я умею крутиться. Звездочка на льду. Так, ладно. Теперь мы при помощи вот этой штуки перебираемся вот на эту сторону. Ракушка. 2200. И мы что-то откроем. 2200. Вам заплатим. Спасательный круг упал. Попрыгушка. Тут ничего больше интересного нет. Есть труханы. Есть еще какие-то игрухи. Можно сбить? Нет, ничего нельзя. Эй! Ух ты, какая горка! Йи-ху! Ты гаси! Я наверх качусь, прикинь. Как-то так. Ой-ой-ой, взрывные идолы, надо их. Сколько вас много. Ой-ой-ой, надо опасаться их. Труханы, это здорово. Снова взрывные идолы. Опа! Не-не-не, я не дамся вам так просто. Заканчивается, значит, наш... Блин! Не смог подорвать вот этих идолов, которые наверху. Там фиолетовые. Блестяшечка! Давай-ка еще раз пробнем. Поехали! Итак, готовься. И... Есть! Я собрал? Собрал! Отлично! Ну все, теперь прыгаем на этот батутик, который мы купили за 2200 блестяшек. И куда? О, наверх! Прикольно. И здесь должен быть, знаешь что? Тарзаночка. Да, вот он, тарзаночка. Полетели. А, это же не Губка Боб. Блин. Черт. Губку Боб нужен. Ну все, мы добрались до этого экстремального спорта. Только что-то не запрыгивается. Опа. Ну что, погнали? Йоу, лопаточка собрана. Сейчас еще идолов подобьем. Все, все идолы уничтожены. Прыгиваем. Ништяк! Плюс еще одна золотая лопатка в нашей копилочке. Теперь прыгаем вот на этот батут. И куда это? Странно.
Очень странно. Ага, вот для чего. Чтобы просто перепрыгнуть сюда. Теперь бежим снова на каток. Только уже побольше. И там, смотри, сколько роботов. Ужас. А, здесь Патрик нужен. И слава богу, здесь есть телефон. Вызываем Патрика. Патрик. Let's go. Бросаем арбуз. Кнопочку. И что ж произойдет? А, платформы выдвинулись. Ребята, я пришел на каток. Давайте покатаемся вместе. Опа. А я могу на тачках поездить? Вот на тачечку хочу. А, нет, они бьют меня. Тогда с роботами разберемся. Ты офигел? Бить меня. Несчастный. Все, со всеми разобрались, теперь валим отсюда. Коробочку. Труханы надо взять, слушай. Надо обязательно. Вот так вот. Ой, а куда это мы полетим? Давай посмотрим. Воспользуйтесь качалкой Патрика, чтобы отправиться на остров на пляже в лагуне Гу. А, сейчас мы вернемся обратно, получается. Ну ладно, давай вернемся. Кидаем арбуз. О, да. И мы снова на пляже. Вот мы и добрались сюда. Что нам показывают? Батуты появились. Чтобы между островами путешествовать. Ну и шикарно. Вызваниваем, значит, Спанч Боба. Нам осталось последнюю вышку перенаправить. Чтоб она светила в другую сторону. В какую сторону, непонятно. Сейчас разберемся. Ну-ка. Есть! Все, мы уничтожили этого робота. Походу, нам теперь нужно прыгнуть на батут. Вот. Ух, как прямиком к качку крабу. Поздравляю, Губка Боб. Ты король пляжа. Вот, держи золотую лопатку. Ой, спасибо. Ну что, пляж мы зачистили, и нам даже дали почетное звание короля пляжа. Можно со спокойной душой возвращаться домой. Ну а на сегодня это все. Если тебе понравилось, то с тебя лайк, подписочка, если еще не подписан, и пока. Увидимся в следующем видео.